Drop Studios. В ролях Джозеф Скотт Энтони. В 1918 году мир пережил самую ужасную пандемию в своей истории. 100 миллионов человек погибли. 20% заболевших умерли. Лиза Мюллер. Ральф Листер. Филипп, ты поплыл. Марк Бойд. Я не поплыл. Я просто задумался. Да? И о чем? Дастин Уилфорд. Дэвид Грис. Группа ученых прибыла на изолированный объект, чтобы разработать вакцину от птичьего гриппа. Шерил Деспрес. Вируса столь опасного, что он мог убить половину людей на Земле. Впрочем, он пока не мутировал. И Джефф Гудрич. Мы здесь не для работы над вакциной. Нет? Теория разрыва. Пора вставать, Мэл. 20 минут. Тебе надо успеть одеться. Эй, где ты был всю ночь? В какой-то момент ты пропал и вернулся часов 5. Наверное, тебе приснилось. Ты вчера много выпила и... Мы праздновали. Не стоило рассказывать Чеду и Калвертону. Они не будут болтать.
После афереза образца 14 количество антител и Т-клеток снизилось, верно? Ладно. Давай, иди наверх и поспи. Все нормально. Ненормально. Ты не можешь остаться один. Что с судебным заседанием Донована? Мы с Чедом и Калвертоном работаем. Донован не заметит разницы. А теперь иди поспи. Ладно. Я тебя понимаю. Она устала. А у меня жуткое похмелье. Донован знает, как ты пахал? Господа. О, добрый вечер. Донован, ты прячешься? Калвертон, тебя легко напугать. Как результаты сегодняшних тестов? Господа. Думаю, тебе понравится. Мы добились большого прогресса в работе согласно протоколу. Мы подтвердили повышение дозы и обновили данные в основной базе. Это хорошо. Пойду скажу Томасу, что можно закрыть все на ночь. Доброй ночи. Гледуэлл, мы тебя искали. Где ты был, черт? Что-то не так, Томас? Филипп, я не знаю иного способа сказать тебе об этом, кроме как выложить прямо. Мелоди вчера не вернулась домой. Как это не вернулась домой? Мне жаль, Филипп. Утром тело Мелоди нашли на поляне в северной части леса. Ее тело? Похоже, ночью. У нее появились точечные кровоизлияния на коже и слизистых. По-видимому, это H5N1. Она мертва? Мы исследуем, как она могла подхватить вирус. Мы с Томасом уверяем, что примем все меры, чтобы никто из нас не подвергся опасности на объекте. Привет, мечтатель. Ты очнулся? Сам сказал, что отпразднуешь. Возможно, мы в последний раз вместе. Я просто наслаждаюсь. Что ж, продолжай в том же духе. А вот еще. Эй! Потанцуй со мной, детка.
О, перестань. Ничего, если я присоединюсь позже. Пока не готов. Ну, попробуй. Вряд ли Калвертон остановится на танце. Туше. Я тебя умоляю. Классный вечер. Осталось 5 дней. По пальцам пересчитать. Сразу после полнолуния мы, наконец, уберемся с этого богом забытого острова. Да. После полнолуния. Да. Отвальную закатим. На премию купишь себе бриллиант на палец? Посмотрим. Куда еще девать кучу бабла? Где мы познакомились? На биоэтике. Да, курс 93-го года. Да, вы мастодонты. Это в точку. А ты остался медиком-четверокурсником. Да. Какие у тебя планы? Ну, поваляю дурака с годик. В общем, пока не спущу все деньги. Выплати долг за учебу. Потом найди девушку, остепенись, заведи детей. Неплохо. Это золотая клетка. Не мой стиль. Ты молод. Это пройдет. Сказал 50-летний холостяк. Черт! Боже, прости. Ты меня напугал. Когда куришь, Филипп как раз вернется. Проводит тебя в комнату. Я не настолько пьяна. Ты так думаешь? В любом случае, пора спать. Вам в первую смену. И еще. Следи за тем, что ты слышишь и что говоришь. Увидимся утром. Если мы не делаем вакцину, то над чем мы работаем? Я не знаю. Я рассказывал тебе об игре, в которую со мной играл отец. С каких пор ты заговорила о семье? Игра была такая. Он обычно прятал сокровища. Ну, шоколадку там, игрушку, какой-нибудь пустячок. Он прятал это в темном месте, а потом оставлял разные подсказки по всему дому, чтобы мне было интереснее искать. И какие подсказки? Разные вещицы. В комнатах, где их быть не должно. Или что-то абсурдное. Например, старая зубная щетка под подушкой. Значит, следующая подсказка была в ванной. Или книга. Не в том ящике. Вела меня в его кабинет. И так далее. Я по крохам собирал эти подсказки целыми днями, а иногда неделями. Понимаешь, в этом было все дело. Главным было не сокровище. Главное — сама охота. Погоня.
Я хотел бы провести брифинг, прежде чем вы разойдетесь по комнатам. Вы успели прочесть досье? Я успела. У вас разношерстная команда. Зачем студент-медик? Действительно, состав необычный, но для наших целей то, что надо. Уверен, наш объект не похож на те, где вы раньше работали. Но пока проблем не было. А с безопасностью? Смерть Мелоди не была результатом нашей небрежности. Правила строгие. Спасибо. Он глухонемой. Хотя может понять, что вы говорите, если постарается. Так. Чем он занимается? Всем понемногу. Уборкой, хозяйством. Этот дом раньше принадлежал его семье. Во время последнего полета самолет потерпел крушение. И выжил только Бенджамин. В общем, он живет в домике на берегу. Он живет не здесь? Нет. Они с Донованом заключили некий договор. Подробностей не знаю. Кроме того, дом Бенджамина может служить убежищем. Убежищем? Предосторожность. Только у Бенджамина, Донована, меня и теперь у вас есть ключ. Глэдуэлл, я как раз тебя искал. Можно стаканчик? Плеснуть водички? Нет, не сегодня. Тебя явно что-то гложет. Да, гложет изнутри. Что ж, тогда утопи его в этом. Спасибо. А это что? Книжка, о которой я говорил пару месяцев назад. О пандемии 1918 года. Мне удалось заказать ее с материка вместе с грузом. Я совсем забыл о нашем разговоре. Если честно, я вспомнил об этом, когда распаковал посылку. Вижу, тебе интересно. Да. Держи ее, сколько захочешь. Спасибо. Что ж, я не буду тебе мешать. Прости, слушай, я тебя не гоню. Все в порядке. У меня свидание с подушкой. Не могу пропустить. Доброй ночи, Филипп. Спасибо за выпивку. Ты торчишь здесь с утра после поминок. Донован дает тебе выходной, друг мой. Спасибо, Калвертон. Все в порядке.
Что это? Цитокиновый шторм. Мелоди убила ее иммунная система. Я пришел к тем же выводам. Она не могла умереть так быстро. Тело было найдено на поляне в северной части леса. Если она работала в лаборатории, как она туда попала? У меня тот же вопрос, мистер Гледуэлл. Однако боюсь, что альтернативные предположения заведут нас в темную пещеру. Вряд ли нам стоит туда входить. Вы согласны? Донован еще ни разу не был так щедр после нашего приезда. Провизия доставляется раз в квартал, господа. Радуйтесь, что я был экономен, и в последние дни у вас есть еда. И все это ради меня? Не совсем. Нам предстоит много сделать за этот краткий период. Вы заслужили поощрение. Ну, спасибо. Как всегда, хороший следователь и плохой. Филипп. Мистер Гледуэлл, вы опоздали. Мы уже познакомились. Кто шуровал в моей комнате? О, это... Произошли некоторые изменения, Филипп. Утром Томас привез Джессику, которая поможет нам завершить работу за несколько дней. Из уважения к тебе, я перенес твои вещи в комнату Чеда, чтобы тебя не беспокоили. Так. Держи. Филипп. Отдай старый ключ. Спасибо. Итак... Приступим? Да, поедим. Итак, я весь внимание. Ладно. Я думала о разговоре по поводу записей в твоем дневнике. Что там думать? Там ничего нет. Я не верю. Мел, серьезно, я... Нет, стоп! Филипп, хватит! Ты что-то нашел. Знаешь, нам приходится играть в угадайку. Одну неделю мы занимаемся матрицей М1, пытаясь устранить способ доставки вируса. А на следующей неделе пытаемся понять механизм РНК. Но все это ни к чему, пока нет всех данных. А этот объект... Условия ни к черту, оборудование неадекватное, лаборатория паршивая. Честное слово, это какая-то насмешка.
А это вакцина? Для отвода глаз. Возможно. А если так, твои наблюдения верны. Вероятно, мы создаем некий контроль, некий импульс. Стимул, разгоняющий иммунную систему до предела. Продолжай мечтать, Чет. Все это для отвода глаз. О чем ты говоришь? Сам подумай. Все наши результаты переносятся в базу, которую Томас держит под замком. Ладно, у нас ограниченный доступ, но так было всегда. Донован и Томас уже целый год связывают нам руки этими дурацкими правилами. Если бы они хотели предоставить данные, они бы это сделали. Ладно, перестань, Мэл. Я скажу одно. Нас заманили сладкой морковкой. Кстати, если мы раздобудем эти таинственные файлы, хотя бы для начала, то, возможно, получим данные, чтобы сделать тест на пригодность. Какие файлы? Ты слишком мила, чтобы быть циничной. Файлы? Из кабинета Донована? Перестань, брось. Вряд ли там распечатки. О, ради бога. Ладно. Эй, ты куда это? Точно. Я пойду проветрюсь. Томас? Не знал, что ты здесь. Да, я как раз хотел выпить с вами. О, ясно. Но я ухожу. Так скоро? Да. Доброй ночи. Пока. Черт! Боже, прости. Напугал. Однажды моему отцу почти удалось меня провести. Все его подсказки вели в гостиную. Сокровище лежало где-то там. Причем несколько месяцев. Я не мог найти ничего примечательного. Я буквально перевернул в этой комнате все вверх дном. Сотни раз. И вдруг кое-что увидел. Ладно, до встречи. Пока, Чет. Я кое-что забыл. Встретимся за ужином. Не стоит оставаться одному после того, что случилось. Брось, Калвертон. Так, сейчас выделим внутривенные иммуноглобулины и закончим. Ладно? Что это? Забудь, ерунда. Я серьезно, Филипп. Разрозненные мысли, ничего особенного.
Данные за полгода. Грубое нарушение правил. А если Донован увидит? Не увидит. Это золотая клетка. Не мой стиль. Это пройдет. Сказал 50-летний холостяк. Откуда ты знаешь? Ты был женат? Да. Ну и как брак? Он от нас скрывал. Как ее звали? Хезер. И как вы потом расстались? Она умерла. Черт. Прости, друг, я не хотел... Ничего. Она что, не знала? А, Гледуэлл. Я тебя искал. Пойду скажу Томасу, что можно закрыть все на ночь. Доброй ночи. Что-то босс зачастил к нам. Нам всем тревожно. Прошел почти год, а результатов нет. Об этом говорила Мел? То есть... Мы не успеем провести тест на пригодность. И еще, это ее теория заговора. А ты здорово проникся. Я не обратил на это внимания. Мы знали, что можем не успеть с тестом. Да, конечно, но если хорошенько подумать, по сути, мы фактически потратили целый год. Чед. Мелоди была пьяна. Это была пьяная болтовня. Привет, пошла прогуляться. Не жди. Филипп? Филипп, ты поплыл. Я не поплыл. Я просто задумался. Да? Я о чем? О нашей первой встрече. А, тогда понятно. Ты была... Такой неуклюжий. Там было полно свободных мест. Но ты сел рядом со мной.
Ты проспал здесь всю ночь? Нет, это вряд ли. Калвертон в лаборатории. Тебе пора одеться. Да, да. Господи, Гледо, что случилось? Будешь стоять или я могу поспать? Одевайся. На поляне в лесу у больших дубов. Срочно. И тут я кое-что увидел. Музыкальная шкатулка матери. На пианино. Она не должна была быть там? Нет. Она была на своем месте. Но она была наглухо заперта. Хотя раньше не запиралась. Ее нашли здесь? Да. Ладно. Выкладывай. Мелоди умерла от цитокинового шторма. Знаешь, что это? Знакомое название. Это главная причина смертей в пандемию 1918 года. 100 миллионов человек погибли. 20% от всех заразившихся умерли. Разгадка? Болезнь поражала самых здоровых. Половина жертв — люди от 20 до 40 лет. Они умерли от цитокинового шторма, жестокого взрыва иммунной системы. У них кровоточили слизистые. Кровь шла из глаз, из ушей, из носа, изо рта и, наконец, из легких. Да, они истекали кровью. Или захлебывались ей. И Мелоди? Умерла от цитокинового шторма. Но это никак не могло произойти за одну ночь. Нужен катализатор. Прости меня, Мелоди. За что? Я расслабился. Ты не должна была видеть мой дневник. Я хочу помочь. О, Мел. Нет, я совершенно серьезно. Я не о том, чтобы восстановить данные в твоей книжке. Это слишком долго. Данные нужны срочно. И как ты их добудешь? Из файлов Донована. О чем ты думал, когда привез Джессику в столь критический момент? Мелоди убита, и ты сразу находишь замену? Надо было согласовать. Ты бы ни за что на это не согласился. Я не давал разрешения, Томас. Ты поставил под угрозу команду. Это недопустимо. Недопустимо, да? Мы не можем этого допустить. Так нельзя. Я вижу, что чувства затуманивают твой рассудок. Я не могу этого позволить. Надо пробраться в кабинет Донована. А если нас поймают? А что,
Если я скажу, что мы можем войти и выйти незаметно, ничего не сломав. Смотри. Я нашла его вчера в холле. Томас, наверное, неосторожно оставил. Ты хоть представляешь? Не бойся. Смотри, я спрятала его здесь, в безопасности. Верни его туда, где ты его нашла. Бенджамин, что случилось? Бенджамин.
цитокиновый шторм. Мелоди убила ее иммунная система. Тело было найдено на поляне в северной части леса. Если она работала в лаборатории, как она туда попала? У меня тот же вопрос, мистер Гледуэлл. Работоспособность Мелоди упала за последние месяцы. Мы все это видели. Что-то отвлекало ее от работы. И мысль о том, что она работала над чем-то тайно, кажется мне реальной. И я хотел бы разобраться в этом. Мелоди была очаровательной девушкой. Не хочу думать о ней плохо. Ладно. Все, что нужно, будет здесь. Вот инструкции. Когда образец будет готов, положи его сюда. И непременно запри на замок, ясно? Чет. Да, я понял. Ты что-то ищешь? Нет. Нет, я... Я... Что, Чет? Ладно, слушай. Где ты был? В ночь смерти, Мел. Почему спрашиваешь? Хочу узнать. Где ты был? Кто спрашивает? Ну, я. Кто, Чет? Слушай, Джессика кое-что сказала, и думаю, я имею право... Джессика? О чем ты думаешь? Что ты ей сказал? Ничего. Тише. Я ничего ей не говорил, просто она несла чушь. И я подумал... Ладно, забудь об этом, хорошо? Забудь. Это не важно. Чет. Это важно. Не подведи, парень. Не сейчас. Что ты делал вчера в лесу? Ты что-то знаешь. Верно? Бенджамин, ты должен мне помочь. Бен.
Что ты делаешь, черт? Тебя не касается. Касается. Слушай, мы о ней ничего не знаем. Тебя это не волнует? Думаешь, в ее нижнем белье найдется разгадка? Филипп, послушай. После смерти Мелоди ты слетел с катушек. А может, я прозрел? Ты не думал? Нет. Ты делаешь вид, что все нормально. Перестань, Филипп. Хватит болтать ерунду, ладно? Ты заразил Мелоди. Этого хватит. Очень интересно. Продолжай. Говори. Вы с ней влезли туда, куда не надо. Она бы не умерла. Не умерла бы, если бы я помалкивал. Послушай, Фил, я хочу сказать, что не стоит дразнить вышестоящих. Нам говорят то, что нам надо знать для нашей безопасности. Ты сам не веришь в эту чушь и знаешь это. Попробуй подумать своей головой. Это то, над чем мы с Мелоди работали последние 4 месяца. До последних дней. Если мы закончим, то проведем тест. Я впервые думаю, что не хочу знать. Донован не хочет создавать вакцину, Чет. Ему нужен контроль. Если H5N1 станет оружием, он убьет сотни, миллионов человек, если только обратить его на определенное население, которое распространит его. Геноцид. Это наживо на здоровье, на войне, называй как хочешь. Один человек получит контроль. Она стала подопытной. Любой может стать следующим. А Калвертон знает? Он защищает свою семью. Ну, а Джессика? Ее привез Томас. Она на стороне Донована. Зачем ты сказала мне? Мне нужна твоя помощь. У нас есть несколько часов, 2 смены. И мы закончим. Ты не доверяешь Калвертону? Не доверяешь Джессике? Но доверяешь мне. У тебя не хватает специальных знаний. И у тебя нет выбора, верно? Я услышала голоса. Что это вы здесь делаете одни? Мы уже уходим. Надо сделать сегодня. Эй, можешь идти. Мне надо закончить с этим. Я скоро приду. Скоро. Серьезно. Хорошо.
Если мы не делаем вакцину, то над чем мы работаем? Я не знаю. Тебе не стоит читать эти книги. Они наводят тоску. Кто сказал, что я в тоске? Поговорим о чем-нибудь приятном. О приятном? Ага. Например, где мы с тобой будем жить после этого острова? Может, поедем куда-нибудь наугад? Просто ткнем пальцем в карту и поедем туда, а? Будем делать все, что хотим. Филипп? Филипп, ты поплыл. Я не поплыл. Я просто задумался. Вот как? И о чем? О нашей первой встрече. Тогда понятно. Ты была такой неуклюжей. Там было полно свободных мест. Но ты сел рядом со мной. 13 часов в самолете. Не хотел скучать в одиночестве. Ага. Кроме того, не хотелось целый год жить без секса. Ах, вот в чем дело. Как ты открыл шкатулку, если она была заперта? В том-то и дело. Был лишь один способ доказать, что сокровище там. Ну, ты был прав? Thank you.
Что еще, Фил? Идем, идем. Да что с тобой, Фил? Зачем ты так оделся? Я был прав. Прав насчет чего? У тебя кровь. Это должно быть в лаборатории. Ты не знаешь, что это. Мне плевать, что это. Опытный образец. Я с ним закончил. Хорошо. Ты серьезно сошел с ума, друг? Это то, что убило Мелоди, друг. И убило Чеда. И то, что убьет тебя, и меня, и еще полпланеты. Что ты мелешь? Чед умер? Я тебе не верю. Его убил цитокиновый шторм. Как и Мелоди. Стоит заразиться H5N1, и все. Ты точно покойник, друг. Донован и Томас играли нами, Калвертон. Играли с самого начала. Фил, я... Думаю, ты все не так понял. Ясно? Послушай, что ты говоришь. Садись, садись. Положим, ты прав, да? Так, но Мелоди, зачем ее убивать? Зачем? Зачем убивать Чеда? Если им нужны подопытные, почему не убить всех сразу? Зачем ждать окончания срока? Откровенно говоря, единственное, что объединяет смерть Мелоди и Чеда, это ты. Черт! Филипп? Где ты это взял? Рядом с покойным, Филипп. Ты? Нет, нет. Зачем, Филипп? Тут никогда не было файлов. Файлов? О чем ты говоришь? Где ты это взял? Сам мне скажи. А может, ты расскажешь об этом? Ты ее прочел? Тогда о чем говорить? Мы приложили столько усилий, чтобы уберечь тебя. Но ты упрямился. Доступ к базе был ограничен для вашего блага. Мы намеренно давали вам минимум информации, чтобы не было заговора. Калвертон, что ты делаешь? Я думаю своей головой. Нет! Ты прав, Филипп. Ты работал не над вакциной. Это просто выдумка для приманки. Странно, что ты раньше не понял, вакцину за год не создать. Стимул для контроля? Да, Филипп, ты угадал. Поскольку H5N1 передается только от птицы к человеку, разработка вакцины была бы дорогой игрушкой, пока вирус не мутирует. Но имея опытный образец, у нас будет уверенность. И когда H5N1 будет передаваться от человека к человеку, мы предотвратим мировую пандемию. Убив
тысячи и тысячи невинных людей. Но это лучше, чем миллионы и миллионы. И что вы от этого выиграете? А что выиграешь от этого ты? Твоя дружба была сплошным притворством, согласись. Любовь была мифом. Ты использовал бедную Мелоди как игрушку. Где ты был в ночь смерти Мелоди? Что, не помнишь? В комнате тебя не было. Как и сегодня, когда убили Чеда. Вот это было написано за день до смерти Мелоди. Сегодня она слишком много выпила и болтала лишнее. Мелоди становится нетерпеливой, ее действия нерациональны, безрассудны. Она стала обузой. А это перед смертью Чеда. Предположение Чеда, что я замешан в смерти Мелоди, опасны. Возможно, он доверился Джессике. Если так, все надо сделать сегодня. Все было подстроено с самого начала. Прости? О. Отлично сыграно. Ты говоришь ерунду, Филипп. Томас! 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 Джессика, забери образец из лаборатории. Встретимся в убежище. Yeah.
У тебя есть выбор. Сейчас. Или чуть позже. Книжка, о которой я говорил пару месяцев назад, о пандемии 1918 года. Если честно, я вспомнил об этом, когда распаковал посылку. Вижу, тебе интересно. Да. Держи ее сколько хочешь. Доброй ночи, Филипп. Спасибо за выпивку. Thank you.
Автор сценария и режиссер Зак Пейдж. Продюсеры Джозеф Скотт Энтони, Лиза Мюллер и Зак Пейдж. Оператор Крейг Хармер. Композитор Фиона Диккенсон. В ролях Джозеф Скотт Энтони, Лиза Мюллер, Ральф Листер, Марк Бойт, Дастин Уилфорд, Дэвид Грис, Шерил Деспрес, Джефф Гудрич и другие. –